Всем привет, ребята. Приехал на рыбалку. Леха Рыжий у меня там сидит уже на сетках. Как было? Мы с ним рыбачили. Вот как бы. И ребенку моему надо в школу было идти. Я поехал отвозить его и на ночь остался дома. Сейчас вот приехал, взял бочку еще с собой. Весна. И Леха оставался здесь на сетках дежурить. Посмотрим, что он там наловил. Вот тропинка тут идет. Леха! Леха, я приехал! Бутылку тебе привез. Вот в этой избе был, дым идет. Такая вот тут. Там вот озеро за избой. 100 метров, наверное. Дым идет у него. Они стоят. Спит, наверное. Леха спит, наверное, в избушке. А, нету. Все чистенько у него. Хорошо. Дрова заготовлены. Леха! А, ого, Леха. Что там делаешь-то? Тары не хватает, говорит. Тропинка на озеро пошла. Что наловил-то хоть? Ох, нифига тут у тебя. Ты в сетке, да, так поймал? Икры, правильно, икру надо солить. Ты еще на гору собираешься идти? На ту? Пока нет. Нет? Нет. Там оно нормально. Медведица с двумя медвежатами. А, да? Грибу на лодке метров, наверное, 200 осталось. Она по болоту возле наших сеток гуляет с двумя медвежатами. Ушла потом в лес. Увидела меня. Все, я чапаю. С двумя медвежатами? А? Нифига себе. Ну, сейчас уже без берлоги. Они в берлоге родились зимой. Сейчас уже... Да, ну, не. Ну, она, рож... она в берлоге рожает и считает зимой. Уже не маленькие. Ну, щучки такие нехилые. О, щучка хорошая. Такая, да? Дурдочка. Фига, а как я рыбачить тогда буду, раз она ходит? Она сейчас куда они побегут, хер его знает, но. Так это. Что, я подплывать стал, она гаркнула на этих своих. Да, ушли в лес. Ну. Ну че, нужны мы ей, блин. Ну нормально. В бочке что там у тебя? О, кушарики. Нормально. Че, я жбан тебе привез, но сейчас это, да, посидим, да, у костерка. Там это, лодку я сюда перегнал. Перегнал лодку сюда уже, все ли сошел, да, лед? Конечно, уже все растаяло. Угу, понял. Что, шугу тебе заснять? Сейчас можно окуней вот отдельно солить, щук отдельно, окуней отдельно. Все, потом вялить будем. Коптить щуку, окуней коптить. Кушать будем, Леха. На две. Что там маяк? Ничего не говорит. Хорошо, говорит, Наташке позвоню. Что на работу вышло. Все. Пусть хоть там жить остается. Да, щуки хорошие. Ну, всякие, смотрю, есть, да? И такие попадаются. Еще порядки. Видички тут, тут щучки. Ну. Вот вички, я вам такой вот, ребята, видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Счастья вам, здоровья, детям здоровья. Всем до новых встреч, пока.